Ой, привет. Короче, ребята, вот такой вот Wi-Fi 7 роутер. Это Asus BE88U. Очень невероятный вообще роутер. Знаете, чем невероятный? Потому что у него два 10-гигабитных порта. Вот, пожалуйста, один 10-гигабитный LAN, другой 10-гигабитный SFP+. 4 2,5-гигабитных порта, которые тоже можно сделать в WAN. При этом их можно агрегировать. Можно делать балансировку нагрузки. Можно сделать отказоустойчивость. И еще у нас есть 4 дополнительных гигабитных порта. И плюс еще есть USB-шечка с поддержкой. 4G-модемов, 5G-модемов. И все это общей пропускной способностью всех портов в 34 гигабита. Это благодаря новому мощнейшему 64-битному 4-ядерному процессору. Там сумасшедший просто процессор, который позволяет нам это все реализовать. А индекс скорости Wi-Fi здесь BE7200. 7,2 гигабита на вот такой вот роутер. Честно скажу, я удивлен. Почему? Потому что они объединили в таком роутере и игровые функции, и профессиональные функции гостевых сетей по типу порталов, которые присущи, например, каким-то бизнес-решениям. Ну и, конечно же, Wi-Fi 7. Да, здесь двухдиапазонный Wi-Fi. Имеется в виду, что здесь 6 ГГц и 320 МГц ширины канала. Нет, но не во всех странах разрешен 6 ГГц, а Wi-Fi 7 это не только 6-гигагерцовый диапазон и ширина канала 320 МГц. Да, это стандарт сам по себе, который включает в себе и 4К-кам, и максимальное 16x16 MIMO, кстати, в этом роутере 4x4 на каждый из диапазонов. Конечно же, мультилинк, еще очень много разных плюшек. Короче, ребят, вот такой вот крутейший роутер, с мультимедиа-серверами, с FTP-серверами, с iTunes-серверами, с download-мастером, с качалкой. Фух, я сейчас уже устал это все перечислять. Но все это на канале Технозон. Сейчас распаковываем, смотрим, сколько стоит, тестируем и делаем выводы. Короче, поехали. Опа! RT-BE88U. Wi-Fi 7. Роутер с iMesh, 10-гигабитный, 2 10-гигабитных порта, 2,6 ГГц, 4-ядерный процессор. Нифига себе, ребятки. Вы вообще посмотрите на вот эту штукенцию. Давайте. У нас, кстати, индекс скорости 7200, BE7200. Видите, здесь либо 2,5 WAN LAN, либо 10 гигабит SFP+, либо 10 гигабит WAN и LAN. Давайте, открываем. А тут еще открою, попробую. А ну тащи пока, SFP-шку вытащи. Так, так, так. Роутер. 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 А ну-ка, открываем. Сразу. Мы видим, что нет антеннок. Значит, должны быть где-то антенки. Та-дам! Открыли, открыли, достали. И тут у нас еще есть комплект зарядка. Вот такой вот охренительный патчкорд. Сейчас посмотрим. Есть у нас под евровилку и есть у нас под английскую вилку. Короче, дофига всего есть. Сейчас будем рассматривать это все дело. Давай здесь сразу монтируем антенки. Так, антенки есть. Давайте рассмотрим, что же у нас здесь поближе. LAN RJ45 на 10 гигабит. Есть у нас SFP-шка. SFP-шку можно использовать любую. У меня есть десятки. Есть гигабитная, вот эта вот десяточка у меня, пожалуйста. То есть если фишечку сюда раз и вставили. Есть у нас 4 порта 2,5 гигабита, есть игровой порт и есть 4 порта гигабитных, плюс есть USB 3.0, разъем питания и, ну, само собой, кнопка питания. Спереди у нас вот такая вот диодная панелька. Весь он в диффузорах, будет охлаждаться нормально. Сзади стоит такая стальная пластина. Все, так, это отложили. Блок питания. Смотрим, сколько у нас блок питания. А ну, Лена, ты у нас глазастая. 45 ватт блок питания для роутера. 45 ватт. Вдумайся. Ну и здесь у нас, кстати, вот, да, уже покажем там патчкорд. Смотрите, какой. Вот это вот патчкорд. Вот это вот тупо CAT6. CAT6, да. Классный кабель. Короче, ребят, подключаем и тестируем.
Ох, друзья, и цена-то какая веселая, но что ж вы хотите, 10-гигабитный роутер дешевле не будет. На самом-то деле, ссылку на проверенного продавца разместил в описании под видео, а вот что нам заявляется продавец, мы сейчас посмотрим. Не продавец, а производитель, что у меня все на продавцов вылазит. Давайте посмотрим общий обзор. Итак, Wi-Fi 7 роутер с поддержкой iMesh, с 4K CAM технологией, технологией MLO, 2 порта 10 гигабит, SFP+, 4 порта 2.5 и общая пропускная способность всех портов One LAN 34 гигабита в секунду. Нифига себе, сказал бы я, ну, честно говоря, немножко офигел. Смотрите, а у нас получается еще и Wi-Fi, который с максимальной пропускной способностью 7200 мегабит, 7,2 гигабита. Это очень много. Короче, я вам скажу, вы знаете, очень неплохо получилось. Технология AI Detection. Это значит, что они здесь реализовали вот эту технологию автоматического определения провайдера. То есть вы воткнули, и он автоматически определяется. 4-ядерный 64-битный процессор с тактовой частотой 2,6 ГГц. Да ладно, это, кстати, серьезная заявка, я вам серьезно говорю. Так, а давайте посмотрим на картиночки, что у нас здесь. Ну, про 34 гигабита мы уже поняли, мультибенд, мультилинк 2,4 плюс 5 гигагерц мы уже поняли, и CAM 4K CAM мы уже тоже с вами увидели. А вот здесь вот очень интересно, у нас 5 гигагерц пропускная способность 5764 мегабита в секунду и 1376 мегабит в 2,4. Ну, с модуляцией мы уже поняли, что она выше, чем, допустим, в том же самом Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, двухдиапазонная MLO, ну мы уже поняли, что и мы уже знаем, что 6 ГГц тут нет, это двухдиапазонничек для нашего региона. Знаете, смотрите, что здесь на сайте красиво, смотрите, как порты красиво переключаются, очень красиво сделано. VLAN работает для всех портов, мобильный интернет 4G, 5G, порты WAN, LAN и два порта 10 гигабитных. Очень прикольно. Покрывает с одной, знаете, вот прикол вот этот, вот до 280 квадратных метров с одной, скажем так, с одной точкой. Это то, что мы, в принципе, подтвердим дальше. Я проверю, когда уже покрытие, вы просто офигеете вот того, насколько он очень крут. Дальше, что мы тут показываем? Ну, то, что у нас очень крутой процессор, это мы поняли, внешние сменные антенки и система охлаждения. А, знаете, что, на чем они делают? Легкая сегментация сети. Кстати, это же Pro-версия, и тут у нас в Pro-версии можно и гостевые порталы делать, как в бизнес-решениях и тому подобное. То есть это надо вот сейчас просто детально посмотреть, что там есть в настройках. Приложения и игровые возможности. Очень много всего написали, а в самих характеристиках мы видим, что у нас поддерживается все от 802.11a, BG, NAC, AX, BE, короче, все стандарты. Схемы MU-MIMO в 2.4.4 на 4, в 5 ГГц тоже 4 на 4, 256 мегабайт флеш и 2 гигабайта оперативной памяти. 2 гигабайта. Посмотрите, она спокойно будет тягать 200-250 устройств вообще без вопросов. Само собой, OFDMA, формирование промени, это знаете, что это бимформинг, и 160 МГц есть. Я, знаете, мне очень сильно нравится это все дело с WPA3, с VPN различными клиентами, адаптивными киосами. Все остальное мы с вами посмотрим уже при тестировании. Давайте перейдем на тест. Слушайте, ну и подписаться. Подписаться на наш канал, нажать колокольчик, конечно же, нужно. Знаете почему? У нас, во-первых, для жителей Украины есть крутая акция на нашем канале Технозон Украина. Ссылка в описании под видео на условия акции. Ну и не пропустить все наши дальнейшие обзоры. Так что подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Друзья, начинаем именно с теста 10 гигабитной сети. Для этого мы использовали адаптеры Asus, само собой 10 гигабитные, и гоняем их сейчас. Мы WAN подключили на 2,5 гигабита, а сетевые порты 10 гигабит SFP тестируем на 10 гигабит бывший WAN, скажем так. Поэтому стартуем и посмотрим, сколько мы получим. Тут все будет зависеть от производительности самого вашего оборудования. Но скажу так, то, что 10 гигабит роутер держит, это факт. То, что мой сервер и мой компьютер не ахти какие производительные, ну тут такое, но 6 гигабит это тоже неплохо. 6 гигабит на загрузку, и, ну 5880, и смотрим в пике даже больше 6, 5700, 5600, 5500 на выгрузку. То есть
10 гигабит мы с вами стабильно имеем. Тут у нас вопросов вообще никаких нет. Ну все, теперь тестируем 2,5 гигабита. LAN на LAN, поехали. Мы должны с вами получить чистые 2,5 гигабита, что мы в принципе и получаем. Это мы используем 2,5 гигабитные адаптеры, вот такие вот Edimax'ы, пожалуйста. Ну говорю как есть, я использую их очень давно. Это игровые адаптеры, это Type-C-шные. И в качестве сервера здесь выступает у нас Asus ROG Strix с 2,5 гигабитным LAN'ом. То есть мы имеем 2,5 на 2, там, на 2,2, на 2,3. Это тоже все зависит от самих сетевых адаптеров. Тут у меня тоже вообще вопросов нет. Мы 2,5 гигабита получили честно. Переходим к тестам Wi-Fi. Мы начали конкретно с моего смартфона. Это Google Pixel 8 Pro. Подключены конкретно к сети вот этой вот Asus 7 5G, 5 ГГц, Wi-Fi 7, тип Wi-Fi 7, скорость передачи данных 2882, то есть Connect 2.8. Максимально, что я здесь получал, до 2 гигабит, ну, на текущий момент мы видим 1.6, 1.7, давайте это закроем, 1.8 будет, 1.8 гигабит. Очень хороший результат по Wi-Fi. Да, здесь нет 6 ГГц, да, нет 320 МГц, потому что двухдиапазонник. Но то, что у нас 5 ГГц Wi-Fi работает отлично, это вот реальный факт. Это 5-ГГц Wi-Fi 7. Давайте 1.7 на 1.7. Давайте включим с вами 2.4 ГГц. Вот он, Asus 7. Проводим тот же самый тест, стартуем. И видим, что у нас в 2.4 он показывает, там пиково было 140, 100, чуть выше 100 мегабит. Ну, 2.4 меня не сильно так откровенно говорит, колышет 100 мегабит в 2.4, 106 мегабит. Давайте на отдачу сколько? 170, 180. Знаете, как это называется? You touch my tra-la-la. Ну, давай. 106 на 160. А теперь же нам надо дальность. Лисица, а ну дуй сюда. Дальность сначала тестируем 2.4. Отходишь, нажимаешь старт, приходишь, говоришь, сколько у нас результат. Падение должно составлять не более 60% в каждом из диапазонов. Это наш, сейчас у нас новая студия, 100, там почти 150 квадратов, я уже не помню сколько, 159, по-моему. И здесь есть над чем работать. Этот роутер стоит в углу, одного, самом углу студии. Сейчас смотрим. Лисица, что там у нас? А? 100? Как 100? Подожди, обнови страницу, отходи еще дальше. А что, вообще не упало, что ли? 93 на 76. Давай обновим, отходи еще дальше, куда-то в склад. Это реальные показатели? Нет, падение хорошее считается. До 60% падения. Падение? Да. То есть падение 40? Оно не упало? Давай туда аж на склад, я не знаю. Зайди просто в склад. Это вообще куда-то туда далеко. Это в 2.4 диапазоне. Ну что? Сколько? Что-то там кричит. Далеко. А? Да ладно. Ну, слушайте, на загрузку, сейчас 5-гигерцовый, на загрузку мы получили, ну, сколько? Ну, 45% падения, 40-45%. Это охренительный результат, я вам скажу. То есть для меня это показатель, ну, в принципе, и роутер не дешевый. Давайте вот быть честными, давай, сколько у нас здесь давало? Вблизи, давай здесь вот вблизи еще раз проверим. Это 5 ГГц Wi-Fi. Ну, 1.6, 1.7 в среднем. Сейчас отходишь уже туда же на самую дальнюю дистанцию, 1.7. И тот же самый тест проводишь. То есть у него он покрытие такое, я тебе скажу. Ощутимо приятно. Очень ощутимо приятно. А учитывая то, что он поддерживает iMesh, то есть можно еще mesh точки наставить, можно большую площадь покрыть. Да, на 1.8. Маленький офис. Так, 1.7 на 1.7. Обновил. Давай, дуй. Это очень приятный момент. Ну что там? Что-то долго тестируют вообще.
Я его вообще не слышу. Кстати, микрофон-то у меня включен. Вы ее тоже не слышите, да? Лиса, ты живая? Пока да, говорит, пока живая. А сколько там? Сколько? Бежит. Да ладно. Ребят, 1400 на 1200. 5-гигагерцовый Wi-Fi радует, 2.4 радует. По дальности покрытия вообще отлично. 6 ГГц нет. Давайте, а ну сейчас мы войдем и попробуем MLO Connect, да? Вот как у нас там с коннектом в MLO. Идем в беспроводную сеть. Для того, чтобы сработало MLO, у нас должен быть включен Smart Connect, само собой. Включили Smart Connect, объединяющий 2.4 и 5-гигагерцовый Wi-Fi, конечно же, со 160 гигагерцами, мегагерцами, господи, и включаем MLO Connect. Все, у нас будет сеть называться Asus 7, нажимаем применить и ждем, скажем так, применения вот этих вот изменений. Очень интересно, что у нас получится. Все, Asus 7, есть у нас такая вот штука. А ну, заходим. Сейчас он интернет пока подключит после перезагрузки. Так, после перезагрузки, видим, подключился к интернету. В беспроводной сеточке у нас MLO уже активирован. MLO это мультилинк, если кто не знал. Пожалуйста, Xiaomi 13T Pro работает 2.7, но постоянно у нас прыгающий, скажем так, коннект. Видите, у нас все устройства видны. Короче, ребят, MLO работает, поэтому ну, больше там тестировать нечего. Прироста вы не получите. Тот же самый коннект 2.8. Не будет больше, потому что мы здесь фактически 2.4, мы максимально 40 можем мегагерц, да, плюс максимально 160, 200 получить. Максимально 200. На этом мы не получим коннекта больше 2.8 гигабит. Поэтому мы с вами получим то же самое, 1.7 на 1.7. Все, на этом вопрос закончен. Что у нас есть в сухом остатке? В сухом остатке у нас есть еще интерфейс, который мы с вами бегло рассмотрим. По производительности мы с вами поняли. LAN десятки работают, 2.5 вообще идеально. То есть мы 2.5 на 2.5 погоняли. И Wi-Fi-чик 1.7 на 1.7, ну 1.9 в пике мне отдает. И 2.4 у нас там до 160 мегабит. И все по покрытию вообще какая-то бомба, пушка, ракета, петарда. Теперь смотрите, у нас, конечно же, есть iMesh, вот, пожалуйста, RT-BE88U, можно подключать Mesh-точки и расширять вашу сеть до очень-очень больших, скажем так, высот. Профессиональная сеть, что у нас здесь есть? У нас есть дополнительная сеть для умного дома, Asus 7 IOT, а также у нас есть поддержка гостевых порталов. Вот, пожалуйста, если вы его используете где-то в каком-то заведении, вы можете здесь делать фирменное наименование, вы можете делать здесь какую-то рекламу свою. Вы знаете, как бывает в каких-то местах, там включаешь там гостевой портал, здесь это есть. Гостевые сети, самые обыкновенные на Open System, на открытой системе, запаролированные, с одноразовыми доступами, с различными вариантами. Есть детская сеть, в которой можно расписание Wi-Fi поставить. Можно также портал даже включить, и плюс у нас же есть еще родительский контроль. Сеть интернета вещей, которая у нас уже подключена, вот пожалуйста. Также у нас есть VPN, а тут уже все намного интереснее. У нас есть поддержка и WireGuard, и можем делать туннелирование, можем делать виртуальные частные сети, допустим, для ваших офисов. Смотрите, если мы перейдем в настройки VPN, у нас есть поддержка VPN Fusion. Мы можем, смотрите, добавить Surfshark, WireGuard, OpenVPN, PPTP, L2TP. То есть здесь это тоже все поддерживается. Также есть Instant Guard и можно делать VPN-сервер практически для любых целей. То есть вот любые фишки с VPN вы можете здесь заделать. Дальше у нас есть настраиваемая сеть и еще вот есть Multilink Operational, то есть мы можем еще и Multilink сеть построить. Хорошо, дальше. AI Protection – это стандартная их фича, которая построена с Trend Micro в коллаборации. Очень нормальная тема с блокировкой вредных сайтов, с двусторонним IPS. И есть у нас еще обнаружение и блокировка зараженных устройств прямо внутри сети. Родительский контроль. Родительский контроль прикольный. Смотрите, ну сейчас перезагрузится роутер.
И здесь уже пошло. Мы можем с вами блокировать, выбрать, допустим, какое-то устройство. Например, объявим какой-нибудь Xiaomi Mi 13T Pro о том, что это детский. И мы для него заблокируем контент для взрослых. Нет, мне не надо контент для взрослых блокировать. Интернет-мессенджеры и соцсети, пиринговые сети передачи файлов, также мультимедийный контент. Мы можем... Видите как, игры, потоковое видео, у нас есть подтипы, вот смотрите, пиринговые сети, передача файлов, пиринговые сети, интернет-мессенджеры, видите, мессенджеры, соцсети, блоги, мобильные ресурсы можем блокировать, ну и контент для взрослых, порнография, азартные игры, нарушения, не, мне ничего не надо здесь блокировать, короче, как-то так, но очень прикольно, вот. Пункт, да? Адаптивный сервис QoS. Мы можем здесь мерить скорость интернета, истории веб смотреть. Мы можем активировать историю веб, кстати. И он будет собирать историю того, что куда и где обращалось. Вот, видите, у нас время доступа, MAC-адрес клиента, имя домена. Также у нас есть анализатор трафика с мониторингом трафика, что немаловажно. И, конечно же, игровые функции. Ребят, те, кто думает, что игровые функции это какая-то фикция, оно делается автоматически, нет. Все делается на самом деле, скажем так, вашими ручками, просто роутер это поддерживает. Мы, когда включаем приоритизацию игрового трафика, мы выбираем игровые устройства и назначаем их игровыми. Это значит, что эти устройства будут пропускать, вернее, трафик этих устройств будет пропускаться в первую очередь в ущерб трафика других устройств. Например, такого как телевизор, ТВ-бокс, там еще других там моментов или других устройств, которые в вашей сети. Смотрите, нажимаем добавить, объявляем, допустим, там лэптоп такой-то, добавляем и делаем его игровым. То есть это ж не просто так, что там он сам задетектил, что ты включаешь PUBG играть, а он такой, смотрите, пользователь играет в PUBG, мы будем что-то делать. Нет, это именно работает в качестве приоритизации. То же самое у нас есть OpenNAT, где мы можем с вами включить переадресацию портов. Сейчас она перезагрузится. Вот она включилась. И есть все игровые профили. Например, если мы играем с вами, ну давайте, во что там, Fortnite. Мы выбрали с вами Fortnite, выбрали на какой платформе мы играем. PS5, PS4, Switch, Xbox, Xbox Series X, PC. И выбираем внутренний IP-адрес, что на этом конкретно компьютере играем в Fortnite. И он будет по своим профилям оптимизации работы вашего роутера конкретно приоритизировать трафик Fortnite. Это очень-очень круто. То есть у нас есть, кроме OpenNAT, из игровых функций, есть еще, конечно, мобильный режим. То есть у нас есть, во-первых, мобильное приложение, о котором я 100 раз в своих обзорах говорил и показывать, откровенно говоря, не будем. То есть полное управление с мобильного устройства. И также есть приоритизация мобильного устройства. Здесь нет некоторых игровых функций, очень-очень крутых, к сожалению, но это не позиционируется как ROG-роутер, но это обыкновенный роутер с игровыми функциями. Также у нас есть USB-приложение, а это уже пошли там iDisk, это диск, который работает как накопитель через интернет, это через облачные сервера того же самого Asus. Есть файл-сервер, очень немаловажная штука с поддержкой iTunes, UPnP-медиа-сервера. То есть сюда подсоединили через USB 3 там свой SSD-шничек, либо внешний жесткий диск. Там ваш раз коллекция фотографий, коллекция ваших видосиков или домашнего там с вашего видео. Ну, неважно, кто что смотрит. Но вы поняли, о чем я говорю. Но это можно смотреть на ТВ-боксах, на смарт-телевизорах. Также у нас есть подключение по самбо-протоколу и через общий ресурс в FTP. Слушай, Леночка, дай-ка нам, пожалуйста, SSD-шничек. Мы сейчас по самбо-протоколу должны подтестировать скорость самбо-протокола. Наш SSD-шник, вот этот вот, который, вот он, к нему нужен USB Type-C на Type-A, да. Вот, мы воткнули наш NVMe-диск через USB-шечку. Пожалуйста, вот он появился. Хорошо, давайте его подключим через... давайте в проводничке. Подключим через Samba протокол. Давайте подключить сетевой диск. Вот он появился, наш диск. Вбиваем данные роутера. И все. И подключаем, ну, например, давайте папку Download. Мы подключим в качестве сетевой папки. И что-то большое мы туда сейчас закопируем. Давайте большой какой-нибудь файлик. Нажимаем копировать. И получаем 120 мегабайт в секунду, 135, да ладно, 146 мегабайт в секунду на самбо протокол. Ребят, на самбу 146 мегабайт в секунду в пиковом значении. Это очень хороший показатель. Это знаете сколько мегабит? Сейчас я вам скажу, может на 8. Это 1,2 гигабита. Это 1,2 гигабита он на самбу гоняет. Это очень хороший показатель. И как бы у меня вообще вопросов нет.
То есть у нас самбо протокол очень-очень адекватно и корректно работает. Хорошо, следующее, что у нас есть, еще есть FTP, и в USB приложениях также у нас есть сервер, печати, куда мы можем подключать принтер. 3G, 4G роутер, он, конечно же, это понимает, Time Machine и Download Master для загрузки торрентов, но давайте так, я не могу это показывать в обзорах, на этом лучше не акцентировать внимание. Управление iCloud, само собой, и пошли уже управление беспроводных сетей. В частности, здесь у нас есть и WPS, и WDS, фильтры MAC-адресов, настройки радиус, профессиональные тонкие настройки, список блокировки перемещения, это у нас, когда между узлами iMesh перемещается, регулируется, и, конечно же, управление MLO, ну, здесь у нас только без 6 ГГц. В самой беспроводной сети в 2,4 ГГц у нас есть поддержка и WPA3, и WPA3 Enterprise до 192 бит, каналы поддерживаются от 1 до 13, а в 5-гигагерцовом диапазоне от 36 до 140, конечно же, с поддержкой 160 МГц. Это очень прикольно. Дальше мы с вами посмотрим интернет-настройки. Здесь еще интересней. То, что у нас есть автоматический WAN, то, что у нас есть поддержка автоматического IP, это стандартно. Статический также у нас есть. PPPoE, PPTP, L2TP. Это хорошо, есть двойная WAN-агрегация, то есть вы сюда два 2,5 гигабитных порта, либо гигабитных порта, можете 2 гигабитных порта закинуть и просто-напросто сделать агрегацию по протоколу 802.3AD, получить 2 гигабита из 2 1-гигабитных портов. Такое тоже возможно сделать. Я об этом выпускал ролик. Лиса, закинь, пожалуйста, в этот... Да, в описании. Также есть двойной WAN. Вы можете сделать, допустим, первичный WAN 10 гигабит. Смотрите, включаем двойной WAN и можем второй WAN тоже 10 гигабит. И сделать, например, 2 10-гигабитных порта в балансировке загрузки. Прикиньте вообще, какая скорость будет, если у вас, конечно, такая есть. А так вы можете, конечно, заделать там 2,5 гигабита плюс там еще... Сейчас, извините, 2,5 гигабита плюс 10-гигабитный порт. Либо плюс там USB даже адаптер подвесить. Либо Ethernet LAN можете включить 2,5 гигабитных порта, тоже поставить в отказоустойчивость. Это тоже отлично работает. Слушайте, очень классно. Не только в отказоустойчивость, балансировку нагрузки. Переключатель портов есть, переадресация портов, поддержка демилитаризованных зон, DDNS и NAT проброса. Дальше у нас есть, конечно же, Amazon Alexa, поддержка IPv6, VPN, мы это уже с вами говорили, есть бренд Maur с фильтром URL-адресов, можете, кстати, URL-адреса блокировать, ключевых слов и фильтра сетевых служб. Ребят, очень классный, хорошо развитая экосистема Asus. Тут еще, знаете, на чем хочется остановиться? Дело в том, что есть еще режим работы каждого из этих роутеров, если вы будете брать больше одного. Режим точки доступа, iMesh в режиме точки доступа, беспроводной роутер, либо iMesh роутер по умолчанию, режим повторителя, MediaBridge и узел iMesh. Обновление у нас по воздуху, и я вам скажу, очень и очень крутая штука. Я, кстати, готов уже проходить и резюмировать данный роутер. У роутера есть минусы. Я не могу про них не сказать. Это излишняя маркость. То есть здесь остаются, сейчас Лиса меня будет ругать за отпечатки. Вот видите, уже отпечатки, да, там появляются. И антенки. Антенки крутые, сменные, но они имеют свойство раскручиваться. То есть вам необходимо их закрепить, разместить в то положение, в котором они не будут откручиваться, поставить и забыть про них. Я должен был сказать про минусы. А в остальном всем я его рекомендую. Очень крутой, очень быстрый роутер, 10-гигабитный. И те, кто скажет, что 10 гигабит дома нет, это не обязательно для 10 гигабит, допустим, интернета. Это можно и домашнюю сеть развести, и между компами, и плюс на какие-то NAS-сервера, и даже в рамках каких-то компаний, именно небольших компаний, можно использовать этот роутер как бизнес-решение. В общем, рекомендую. Ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.